Ребята, всем привет! Привет! Олег Муразович. Как вы видите, мы находимся в колледже, в нашем классе. Сразу скажу, что огорчу, что стенд заделать не получится, потому что у нас тут осталось буквально один рулон металла, и он остался до... Для домоэкзаменов, да. И вот, и они пройдут когда у нас? В июне, 22 июня. 22 июня. И, к сожалению, всех людей, которые, спонсоры, скажем так, которые бы могли сюда привезти металл на эти демоэкзамены, так и не нашлось. Но надеюсь, я на следующей неделе поеду в компанию Один, может быть, они, ну, с ними что-то договорюсь. И, возможно, у нас металл появится. Это первое. Второе. Конечно, здесь все разберется. Все эти металлы. Вот. Демоэкзамены будут проводиться на этих стендах. Вот. Но когда эти экзамены пройдут, скорее всего, я уверен 90%, что все эти стенды, они будут разбираться и модернизироваться уже к новому учебному году. И как раз таки вот здесь хочу вам подвести, что есть в этом колледже будут платные курсы. Ну да, платные ускоренные курсы, это на 72 часа рассчитаны, поэтому могут приходить. Ну и плюс еще сейчас появилась возможность для переподготовки, 50+. Кому исполнилось 50 и больше, могут прийти по ускоренной программе тоже основные базовые узлы изучить. Ну. То есть, да, те люди, которые занимаются сейчас на крыше, да, пытаются еще из тех пор однофальцевую кровлю сделать, могут прийти сюда и пройти ускоренный курс обучения в технике двойного фальца. Как сказать, повысить свою квалификацию. Да, повышение своей квалификации. И также другие молодые могут ускоренным курсом за 72 часа пройти тоже эти ускоренные курсы. Почту Олега Муразовича я прикреплю в описании и в текстовой строке. Если что, пишите ему на почту, вся информация. На все вопросы ответим. Да, на все, какие вопросы будут у вас по ценам, какие узлы вы здесь узнаете. Все, Олег Муразович вам ответит. Вот. Ну, а так вроде бы все. И досмотрите этот ролик до конца, потому что дальше будет еще небольшой анонс. Вот. Интересный. Ждем вас. Приходите. Всем пока. И к новому учебному году, естественно, здесь будет немножко по-другому. Мы не будем открывать всех секретов, что здесь у нас планируется в будущем. Но будет круто. Все. Всем пока. Через вас, через секунду будет новая новость. Итак, друзья, обещанный анонс, о котором я вам хотел сказать. Как вы видите, я нахожусь в магазине Nivaline 25 мм. И суть того анонса, о чем я хотел вам рассказать, в следующем. Как вы знаете, цифра на канале подходит уже круглой, к 10 тысячам подписчиков. Вот. И я решил к этой дате сделать подарок нашим подписчикам. То есть в сумме 10 тысяч рублей. Но как это будет происходить? Когда на канале соберется 10 тысяч подписчиков, я выберу из наших подписчиков одного человека, вот, и который станет призером. Вот, на эти 10 тысяч рублей он может зайти на сайт Nivaline, либо в магазин, либо в Санкт-Петербурге, либо в Москве, и выбрать на эту сумму себе инструмент. Но плюс не заканчивается, и сам магазин 25 мм эту сумму удваивает. Вот. То есть уже вы приобретаете не на 10 тысяч рублей,
а на 20 тысяч рублей инструмента. Вот, как-то так. И еще один плюс. Когда вы приходите в магазин 25 миллиметров и говорите кодовое слово «Фальцмастер» или «Александр Цезариус», вы получаете еще дополнительные скидки или проценты. Какие они будут, это все зависит от конкретного дня, ситуации, ну и всего остального. Поэтому приятного очень много. Подписывайтесь, давайте добьем эту цифру быстрее, и быстрее получите вы свои подарки. Возможно, получится так, что будет два победителя, вот, возможно, что один. То есть одному на 10 тысяч и второму 10 тысяч подарок. Как-то вот так. Ну, решим. Так что вот так вот мы и дальше будем продолжать на 20 тысяч подписчиков, на 30 тысяч подписчиков, дай бог. Ну, может, и миллион будет когда-нибудь. Так что эту тенденцию мы будем сохранять. Все. Всем спасибо. Всем удачи.